27 января 2022 года мы находимся в городе Одессе возле здания Приморского районного суда города Одессы, где сегодня должно было в 15:30 состояться судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении некогда первого заместителя Одесской областной государственной администрации Орлова, который сейчас является секретарем Таирского поселкового совета, которого обвиняют в организации массовых беспорядков в 2014 году во времена всем известных событий в Украине, которые давно называемы все революцией достоинства. Орлов тогда, будучи первым заместителем председателя облгосадминистрации, по мнению обвинения, организовывал массовые беспорядки, организовывал приезд тетушек, организовывал приезд всех непонятных элементов для того, чтобы в Одессе организовать такие же события, как в ЛДНР, что, где мы сегодня имеем незаконные организации, которыми сейчас управляется из России. К сожалению, судебный процесс, уже длящийся уже практически 5 лет, сегодня должен был как бы завершаться, последнее заседание, но по сообщению представителя судебной администрации, представитель потерпевших заболел и не сможет сегодня прийти, поэтому судебное заседание откладывается. Точную дату пока нам не называют, будем же следить за сайтом судебной власти, для того, чтобы следить за этим процессом, потому что очень интересно, какого же будет решение Фемиды и на все доказательства, которые собрала прокуратура в рамках следования этого уголовного дела. Роман Варшлидзе, Андрей Хлопчик, Альтернатива Орг.